Волоколамск, 13 мая 2017 год. Волоколамский Кремль. Подходили к нашему городу, то местные жители всячески пытались оттянуть дату захвата. Они начинали взрывать мосты на подходе к городу. Тогда немцы, подойдя, пускали свои танки вброд, но танки застревали. И в итоге силами военнопленных они строили уже деревянные мосты, по которым и наши советские танки в дальнейшем входили в город, чтобы его освободить. В итоге город наш был
на колокольне Волоколамского Кремля. Революционный. Так, далее. Значит, слева представлена центральная площадь. И здесь у нас ранее были торговые ряды. Сейчас на данный момент проходит ярмарка. Здание администрации находится рядом, справа. Ой, слева, извините. А на месте Банка Возрождения ранее находилась Сенная площадь, где торговали сеном. Вот почему Сенная площадь. Слово «сено», «сенная». Также здесь на территории у нас располагаются магазины в основном и кафе, рестораны. Итак, сейчас мы с вами поворачиваем направо. Вы можете увидеть холм, на котором название нашего города и дата основания. Но, как мы знаем из экскурсии, дата основания была намного раньше, в 1024 году, когда Ярослав Мудрый перенес город со старого места на новое. 1024. Как мы видим, холм на холме протяженностью, точнее, холм занимал 7 гектаров земли, и вокруг него протекала река Городенка протяженностью 14 километров. Это левый приток реки Ламы. И сейчас скоро мы с вами будем проезжать Карадомовский мост. В экскурсии вам рассказывали про подвиг Бориса Кузнецова, который спас этот мост от немецко-фашистских захватчиков, которые хотели его взорвать. Подросток пришел на этот мост и подбил двух немцев из трех, а третий уже заметил мальчика и ранил. Но как раз в этот день советские войска подходили к мосту и успели спасти мальчика. Но, к сожалению, Дубосекова. Памятник 28 панфиловцев. И Восьмиволоцкий монастырь.
Здесь мы с вами, сейчас автобус подойдет к стоянке, остановится, и у нас запланирована экскурсия. Вот Иосиф Волоцкий монастырь вы узнаете, если вспомните экранизацию «Войны и мира», который снимал Сергей Бондарчук. Один из пожаров Москвы снимали здесь, в стенах этого монастыря. И горела здесь трапезная. Монастырь был в запустении. И вот этот пожар, частично пожар, как бы был здесь. Вот с правой стороны, обратите внимание, туалеты комфортабельные, мужской и женский. Перед входом в монастырь памятник Иосифу Волоцкому. Сейчас после полной остановки автобуса, пока не вставайте. Жило 12 разбойников. Жил Кудьер-атаман. Много богатств награбили. Сразу все не возвращаешь. Пирамида из пластика. Вот вы знаете, как только был туда разрешен доступ, мы туда даже возили туристов. Многочисленные туристы хотели непременно посмотреть, зайти в пирамиду, ощутить вот эту так называемую биоэнергетику данной местности. Вот накопление этой биоэнергии, определенное количество времени, если вы пребываете в этой пирамиде, они как бы меняют вашу биологическую среду, то есть удаляют весь негатив и как бы вот очищают вашу ауру. Пирамиды. Да, в самой пирамиде, где поддерживается определенная температура не выше плюс 4 градусов.